Всем привет! Вы на канале «Цветоводы всех стран объединяйтесь». Меня зовут Юлия, и сегодня я хочу вам кое-что рассказать и показать, что, надеюсь, вас заставит вас улыбнуться и прибавит вам весеннего настроения. По крайней мере, у меня случилось все именно так. Хотя сегодня утром я просто испытала шок, когда посмотрела в окно, потому что там была буквально метель, все было усыпано снегом, хотя еще вчера даже ничего, как говорится, не предвещало. Вы знаете, что я с 8 марта уже работаю в саду, и никакого намека на снег у нас не было. А сегодня вот так все резко поменялось за ночь. Ну, конечно, я немножко расстроилась, но расстройство расстройством, как говорится, а обход по расписанию. А я каждое утро обхожу свой подоконник за подоконником, смотрю, как выживают мои растения, рассада, да, кого надо полить, подкормить, рассадить или просто поговорить. В общем, оказываю своим растениям внимание. Ну, вот подхожу я к очередному подоконнику и понимаю, что что-то там не так, что-то изменилось. Вот что сразу сказать не могу, ну, стала я повнимательнее приглядываться. А у меня там как раз вот самая маленькая рассада, все это еще под крышечками, череночки стоят там на укоренение, да. В общем, все это в пакетиках, и вот я стала крышечку за крышечкой все это поднимать, разглядывать, думаю, ну что же не так-то? И потом мой взгляд падает вот на эту красоту. Я, честно говоря, даже сразу не поняла, что это такое. Думаю, ой, ну неужели грибок такой начался? Что ж там такое может быть желтое? Но когда я пригляделась, а потом и сняла пакетик, что же я увидела? Посмотрите. Вы посмотрите, какая милость, какая красота. Вот эти крохотные палочки, которые еще вчера не подавали никаких признаков жизни. Вы посмотрите, какое буйство, какой букетик цветов у меня вот сегодня меня ожидал. Конечно, я тут же забыла и про снег, и про метель, и сразу весеннее настроение. Целый день я улыбаюсь. Вот как вспомню вот эти букетики, желтые огонечки, которые вот сегодня меня ждали абсолютно неожиданно. Вот такой подарок мне преподнесли мои череночки. Это черенки форзицы. У нас во дворе растет куст форзицы, который каждую весну всех нас, вот соседей, просто восторгает пламенем вот этих. Костер, просто горит костер. Вот еще все серое, черное. А вот без листьев стоит кустик, вот весь усыпанный вот такими яркими желтыми цветами. Я решила попробовать в этом году прочеренковать их. И вот поставила, и вот посмотрите, что мои череночки мне преподнесли, какой подарок. Вот, вот такая радость. Надеюсь, и вы улыбнулись, когда увидели вот этих малявочек, которые вовсю цветут. Я, конечно, не знаю, что теперь из этого получится. Скорее всего, они потратили все свои силы на вот это цветение, но все равно не улыбнуться, не порадоваться вот этому весеннему подарку я не могла, и мне очень захотелось поделиться этой радостью с вами. Если вам понравилось и вы улыбнулись, поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал, будем смотреть, что получится из этой истории цветочной. Вот. И мир в ваши дома, конечно. Пока-пока.